Приветствую вас. И для начала давайте попробуем успокоиться. Попробуем подумать о том, почему вы считаете, что ваш парень, будучи в другом месте, будет вам обязательно изменять. Есть ли к тому реальные предпосылки? Есть ли у него мотив и стимул для того, чтобы вам изменять? Конечно, риск всегда есть, но если вы будете ему верить, если вы будете ему доверять, если вы будете уверены в себе, потому, если вы будете поддерживать с ним общение, если вы будете активно акцентировать внимание на то, что вы встретитесь, что вы будете вместе, что вы его любите и так далее, и не будете генерировать негатив, который может быть в этой ситуации, то я думаю, он вам не будет изменять и ни в коем случае вас не забудет. Обязательно нужно, чтобы вы четко представляли себе, когда вы будете вместе. То есть, сколько времени вы будете в Дубае, например. Сколько времени вы будете не вместе, для того, чтобы как можно сильнее, как можно чаще, как можно увереннее говорить с ним о том, что вас ждет в будущем. Что в будущем вы будете вместе, например. В будущем у вас все будет хорошо, например. И так далее. Если вы будете все вот это вот делать, то ваши отношения с ним не порушатся, они не закончатся, они будут продолжать вас радовать и дарить вам самые яркие позитивные эмоции. В обязательном порядке попробуйте подумать, почему вы так не уверены в себе. То есть, мужчина же вас любит. Мужчина же с вами. Мужчина не предаст вас, на чем вы основываетесь. Почему вы считаете, что он это сделает? Может быть, причина вашей собственной неуверенности в себе и в собственном страхе. Тогда нужно этот момент проработать в обязательном порядке. А проработать для чего? Чтобы вы не накручивали себя понапрасну мыслями и страхами, которых нет в реальности. Вам это будет на пользу. Если вы не сможете сделать это самостоятельно, то попробуйте обратиться к специалисту, который вам понравится на нашем ресурсе, и проработать проблему с ним. Уверен, что вы сможете освободиться от всех ложных установок, ложных мыслей и так далее. Это все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.